теперь возвращаемся к нашим. Итак, перед нами моя фотография. Однажды случилось чудо в моей жизни. Вот, пусть еще не такое огромное, как вот открытие железа Лутенков, а именно вот это. Вот. Краем уха я слушал, нет, не слушал, я сидел за компьютером. А по телевизору на этом канале научном шла передача. И вдруг мне обухом по голове. Я хватаю вот этот вот, смотрите, вот он сейчас, видите? Потом расшифровал, потом руки тряслись. Вот. Что я успел? Я вот это... Сейчас я вам прочту это. А вот фотографию я сделал с экрана. А потом, вы думаете, это все? Вы скажете, я эту половину придумал? Нет, ребята. Я потом нашел в этом самом, на сайте этого научного канала, я нашел. Мало того, что нашел, я полностью его это скопировал. Я полностью раскрыл отдельным фильмом. То есть там все, что вот здесь вот, он сказал живьем. А теперь внимание тем небольшим, кто еще не отключился. Вот, видите, руки трясутся. Смотрите, цитирую. Дело в том, что этот человек пошел дальше всех. Для... Вначале я обиделся страшно. Как можно было так это, робко, скромно написать? Я потом понял, да его выгнали бы к чертовой матери, если бы правду бы написал как положено. Как надо было писать? Гипотеза железа Лутенкова, что все-таки она имеет право на существование. Смотрите, и даже этому горжусь. Горжусь, что есть профессор Вайков. Горжусь, что он вот это вот озвучиваю для вас, Мирослава. А может, вы это и видели уже, я же все-таки фильм создал. Это важнейший момент, потому что осталось сделать еще шаг. Ведь украдут, китайцы украдут, американцы украдут, немцы. Ведь там же умных людей-то хватает. Может, даже наши бывшие россияне, может, те, кто меня смотрел, слушал. Внимание. Еще раз. Почерк видите? Это все дрожащей рукой, пока это шла передача. Я боялся, что я не найду потом. Но нашел. И все документально подтвердил. Из его уст вот сейчас звучит следующее. Сейчас появляются намеки на то, что формирование организма. Вода принимает важнейшее участие. Пока еще не открытие, нет. Естественно, что еще как принимает. В том смысле, что она не просто растворяет, а может строить. Так, уже ближе к истине. То есть вода – универсальный растворитель и универсальный формообразователь. Из того, что в воде растворы начинают собираться, определенные формы, которые начинают жить своей жизнью. Ну вот же оно, вот же. Это все в этом самом сказано. Вот. Может, какое-то одно слово пропустил, но смысл мой. Прошло 8 лет, и тишина. Ведь понимаете, в чем дело? Атеизм – самая подлая вещь на свете. Во-первых, это все неправда. Неправда, что эти самые мышки, эти землеройки, первые млекопитающие, присвоили роль наших дедов и бабок. Все это дурь невероятная. Что когда я вам рассказывал, что это там получалось миллионы лет и 100 триллионов клеток, получалось, что каждый год, каждое следующее поколение прибавляло по миллиарду, по 2 клеток. Вот мышка, раз миллиард клеток, следующее поколение. Внуки, еще поколение, там это, а еще поколение, еще миллиард клеток. С чего, с какого хера? И ведь это на полном серьезе. Детям плевать на все это, откуда мы произошли. Выросли и стали убивать друг друга, вот как сейчас идет война на Украине. Понимаете, что натворили? Нужно было право дать себе, право убивать. И тогда взорвали церкви, случайно оставшиеся в конюшни превратили, в конюшни. Вот. Расстреляли тысячи священников, разогнали все.
Это людей, которые не слили веру в добро. Выжившая церковь уже не та церковь. Сколько шуток про этих самых, что их там это, все, не буду. И вот получается, что? Получается, что если в школах, я разговаривался, извини, Мирослава, но я как бы продолжаю наш общий разговор. Если в школах не будет альтернативное, чтобы хотя бы на правах истории, не так, хотя бы, так сказать, вот это альтернативное, как бы, пусть даже ненавязчиво, чтобы история так сложилась, что параллельно развивалось христианство. Христианство – это подвижничество, христианство – это Христос распятый. Ведь свои же, это самое, соотечественники приговорили. Вот. Вот это вот, не просто как история церкви, а постепенно подвести. А ведь что тут не то? А что тут не то? А что тут не так? Вот. Ой, не туда листаю. Что тут не так-то? Вот это можно было бы как гипотезу преподнести? Нет, нельзя. Люди подумают, раз Бог есть, убивать нельзя. А если убивать нельзя, значит оружие не надо. И наживаться не на чем. Все, политику не перехожу. Перейдем дальше.